Александр Георгиевич, а когда дороги-то почистят? Вопрос как бы он риторический, он не должен, я на него отвечать. Дороги чиститься должны всегда, и задания мы выдаем ежедневно. Другое дело, как они чистятся, но это на совести не только нашей, но и подрядчика. Ну и техника ломается, и прочие бывают моменты. То есть пока все так и останется, да? Нет, будет улучшение, я думаю. С этой целью мы завтра намереваемся провести расширенное такое заседание и с дорожниками, и с гаишниками в преддверии нового контракта двухгодичного обсудить там все такие вопросы очень острые.